Решение по жалобе бывшего мэра Махачкалы, осужденного за терроризм, вынесут сегодня. Примет его Верховный суд России. Защита Саида Амирова просит отменить пожизненный приговор, а прокуратура считает наказание справедливым. Сам Амиров своей вины не признает. В августе прошлого года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил бывшего мэра Махачкалы к пожизненному заключению. Амирова и его подельников осудили за терроризм и покушение на управляющего Пенсионного фонда Дагестана. Он считался политическим оппонентом экс-главы Махачкалы.